На часах около полудня небольшие языки пламени показались на нижних этажах офисного здания «Скала». По кадрам видно, как огонь охватывает припаркованный рядом автомобиль. Меньше 10 минут понадобилось, чтобы пламя распространилось по всем 8 этажам. Буквально за считанные минуты огонь со второго этажа газовика перекинулся до крыши здания. За 5 минут на место прибыли сотрудники МЧС. Пожару присвоили второй ранг сложности. На экране видны масштабы происшествия. Разница между этими кадрами всего 15 минут. По предварительным данным, пожар шел по внешней стене. Видите, она обгорела. МЧС вовремя отреагировала, и внутрь здания пожар, огонь не перекинулся. Его вовремя локализовали. Сейчас еще видно, что есть языки пламени наверху, но пожарные проливают здание изнутри и снаружи, и, по всей видимости, большую часть возможных разрушений удалось избежать. Площадь возгорания почти 400 квадратных метров. Из здания эвакуировали 300 человек. Пострадавших и погибших нет. На место оперативно приехали 132 пожарных и порядка 50 единиц спецтехники. В 12:37 была объявлена локализация пожара. В 12:47 была объявлена ликвидация открытого горения. В ближайшее время ожидаем полную ликвидацию данного пожара. Причина будет установлена сотрудниками испытательной пожарной лаборатории, которые в данный момент тоже работают на месте. В ближайший месяц компетентные органы будут выяснять причины возгорания. Проверка будет организована как и доследственная о причинах, также и прокуратурой района будет организована соответствующая проверка, когда происходило. Последняя проверка на предмет соблюдения противопожарной безопасности в данном здании. Участок Московского шоссе от пересечения с улицей Коммунистической до торгового центра «Караван» перекрыли для движения. Транспорт пустили в обход по улице Дачной. Мария Левина, Константин Головин. События.